Скажи. А вот вы тоже, Юрий Александрович, обратили внимание, что Игорь Яковлевич сегодня аккомпанировал всем артистам на этой сцене? Абсолютно. А Алсу почему-то не аккомпанировал. А сейчас мы исправим эту оплошность. Вы нашу, я думаю, нашу оплошность. А вот в чем дело. Игорь. У нас есть решение этой проблемы. Игорь, могли бы вы сейчас Алсу, ну, такую маленькую импровизацию для всех нас? Есть одна очень-очень-очень красивая лирическая песня. Она называется «Лунная тропа». Я ее обожаю, просто люблю. И хочу вот немножко. Ночь щекой прижалась к окнам, но ее в мечтах высоких вновь плывет луна печально и легка. Ты тихо смотришь на огонь, но ты где-то далеко, мне незнакомы эти берега. Лунная тропа на темных волнах, лунная тропа тебя уводит в мир, где нет и не должно быть места для меня. Мир, где чужая я. Спасибо вам, Игорь Яковлевич крутой. Браво, Алсу! Спасибо. Ну, кстати, хочу напомнить, что перед этим мы слушали песню «Я тебя не придумал». Голосуйте, уважаемые телезрители, если это ваша, вот именно ваша любимая песня в творчестве Игоря Яковлевича Крутого. Переходим к журналистам. Аркадий Джем, бригада У, Европа Плюс. Скорее всего, я сейчас подозреваю, после меня выскажутся другие коллеги из этой ложи по поводу песни Игоря Яковлевича, что она такая хорошая, она такая простенькая. Игорь Яковлевич, вам не кажется, что это сомнительный комплимент, простенькая песня? Ну, давайте назовем ее доступной. Доступной? То есть такой вы принимаете комплимент, доступная песня. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Еще одно журналистское мнение. Сусанна Альперина, «Российская газета». Вот я сейчас сижу, слушаю, вот о вас говорят как о композиторе, о вас говорят как о певце, о вас говорят как о бизнесмене. На самом деле я думаю о том, что вы еще очень талантливый имиджмейкер. Именно в песенном плане. Вот на вас костюм, он на вас прекрасно сидит. Вот точно так же ваши песни сидят на исполнителях. И я, например, не знала эту песню, которую сегодня пела Алсу. Но я должна сказать, что эта песня прозвучала прямо как логичное продолжение всех песен Алсу. Вот «Зимний сон» и вот эта песня, все прозвучало. Дорогие друзья, голосуйте, уважаемые телезрители. А мы идем дальше. Сергей Сергеевич,